Активисты молодой гвардии партии «Единая Россия» и представители местного отделения организовали флешмоб в поддержку российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Присоединились к флешмобу сотрудники Росгвардии. Подробности в следующем репортаже. Идею предложил Георгий Бакарев, активист молодой гвардии, член политсовета. Молодые коллеги поддержали инициативу. Совместно с Росгвардией приняли участие в патриотическом флешмобе и развернули российский триколор в виде буквы «Z». Активисты молодой гвардии организовали флешмоб совместно с партией «Единая Россия» и при поддержке управления Росгвардии Янао. Символики «З» за свободу, за мир, за победу в виде триколора российского флага. Я решил принять участие во флешмобе для того, чтобы поддержать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Мы за мир. Мы, сотрудники Росгвардии, отдела внешней охраны по городу Лубутнанги, поддерживаем наших ребят, выполняющих поставленную задачу на территории Луганской и Донецкой народных республик. Мы за наших. Поддержка для российских военных важна, и выразить ее можно любым способом, таким масштабным или маленькой наклейкой на машине. Анастасия Шаховцова, Сергей Антропов, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».